Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 12, урок 23. Реши уравнение с комментированием и сделай проверку. X разделить на 3 равно 200. Чтобы найти неизвестное делимое, нужно частное умножить на делитель. X равно 200 умноженное на 3. Это значит 2 умноженное на 3 будет 6 и умноженное на 100 получится 600. 600 разделим на 3 равно 200. 600 – это 6 сотен. 6 сотен разделить на 3 мы получим 2 сотни. 2 сотни – это 200. X умножить на 70 равно 140. Чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение 140 поделить на известный множитель, на 70. Убираем по одному нулю и делим 14 на 7. X равен 2. Выполним проверку. 2 умножим на 70. Это мы 2 умножим на 7 и умножим на 10. 2 умножить на 7 будет 14. 14 умножить на 10 будет 140. 140 равно 140. 270 разделить на x равно 9. Чтобы найти неизвестный делитель, нужно делимое разделить на частное. 270 делим на 9. 270 – это 27 десятков. 27 десятков разделить на 9 получится 3 десятка. 3 десятка – это 30. 270 разделим на 30 получится 9. Убираем по одному нулю в делимом и делителе. Получается 27 деленное на 3, то есть 9. 9, левая часть уравнения, равна правой части уравнения. 9 равно 9. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.